Позавчера я летал в Феникс, чтобы бросить вызов Робу Гранковски из New England Patriots и Маршину Линчу из Seattle Seahawks и сыграть с ними в еще не вышедший файтинг Mortal Kombat X. Это было... Да. Да, игра еще даже не вышла. Это была крайне бодрая ночка. Всем было интересно, что произойдет, кто победит, а главное, заговорит ли Маршин Линч. Произнесет ли он хоть слово? Дамы и господа, смотрите сами. Всего через несколько дней более 78 тысяч орущих фанатов соберутся здесь, чтобы подбадривать команды New England Patriots и Seattle Seahawks в главном состязании американского футбола Super Bowl 49. И я решил, что нет лучше места для записи потенциально самого масштабного и напряженного выпуска бестолкового геймера, а потому спросил разрешения у стадиона университета Феникса, и организаторы ответили мне категорическим отказом. Так что теперь мы сидим в конференц-зале близлежащей гостиницы Courtyard Marriott. Здесь бесплатный Wi-Fi и немного пахнет тальком для ног. Но как бы то ни было, пора играть. Роб Гранковски, tight end, команда New England Patriots. Также известен как Гронк. Рост 198 сантиметров. Сила укуса 280 килограмм на квадратный сантиметр. Маршин Линч, running back, команда Seattle Seahawks. Также известен как режим зверюги. Любимые конфеты Skittles. Любимый персонаж из девочек Гилмор Лорелай. Господа, вам знакома эта игра? Вы когда-нибудь играли в нее в любую другую часть? Я играл. Да? На аркадных автоматах. Ну, знаешь, жмешь все кнопки и всегда побеждаешь. Ага. Я вечно жму на все подряд. Жмешь на все подряд? Да, без базара. Ага. Смотри, какая техника. Сначала так, потом вот так. Выглядит пошло, хорош. Не надо так. Давай без грязи. Хорошо. Это шоу в основном для детей. Ребята, вы теперь в моей школе, и под школой я имею в виду Courtyard Marriott. Где-то в Аризоне, я хуй знает где мы. За кого будете играть? С кем хотите быть? Я говорю с Кана, понимаешь, о чем я? Он команда, это тот, который дерется без стельника. Роб, а ты кем будешь? Я буду Ферротор. А Ферротор это какой-то монстр с мешком на голове. А что у него на спине? Это мой тренер. Это твой тренер? Это который потом скажет тебе заново рассылать всем свое резюме. Так, погнали, ребят. Я из Баффало, а он играл за Баффало. Реально? Да, так что это... Откуда из Баффало? Вам сейчас придется друг друга убивать, а вы тут выясняете, кто откуда. Это совершенно не вяжется с предстоящим боем. Погнали. Я пытаюсь... О, ты сбил чувака со спины. Я сбил мартышку со спины. О, нет! Ладно, все хорошо. Ты бьешь его в голень. Это должно быть против правил. Как ты победил? Я выбил с него всю дурь перкотом. Так, второй раунд, погнали. Давай, Кана, юркий. Дави на кнопки. Гронк, у тебя такая лапа, что ты можешь нажать на все кнопки разом. Я как блокирую. И не только на своем геймпаде, но и на Маршина. Невероятно. Реально? Че, реально что ли? Прикончи его. Блин, я пошел. Черт, мне нехорошо. Жесть какая. Где мой Хеннесси? Вы издеваетесь, блин. Как ощущения? Перебор, да? Ты не выдержал? Ну да. А я, знаешь, прям возбудился. Если тебя это возбудило, то ты больной человек. Ага. Ребята, а как у вас вообще по жизни с видеоиграми? Вы играли? Маршин, что насчет тебя? Во что ты любишь играть? Марио Карт. А что тебе нравится в Марио Карт? Тоуд. И покатушки. Нравятся покатушки. Uh-huh. И тебе нравится водить за Тоуда. Uh-huh. И это ты ведешь. Uh-huh. Какой-то ты напряженный. Тоуд так рулит. Ясно. Я скорее выгляжу как Данки Конг, но... А я Баузер, который тебя догоняет и переезжает. Сначала должен взять грипп или молнию, чтобы меня уменьшить. Да-да-да, я знаю. С этого и начну. Еще черепашьи панцири. Мне нужна эта мелкая штука. Ну, знаешь, которая такая вуп-вуп. И я буду пробивать всякое дерьмо на дороге. Хресь, хресь. Понятия не имею, о чем вы оба говорите. Главное, что мы понимаем, босс. Так, ты только что сломал мне плечо. И кто за кого? Выберем тёлочек. Да. За неё подраться? Так, то есть ты Кейси Кейдж. Ага. А ты Девора. Она надула пузырь, а та пчелу. Че? Смотри, какая она клёвая. Выстрел в упор посреди дня. Моя детка жжет.
Да, прям как в Нью-Джек-Сити, пацан. Гронк, используй своих пчел. Да я пытаюсь. Глупость ляпнул. Никто никогда не говорил, Гронк, используй своих пчел. Как тебе такое? Вы только гляньте, да! Чё это за хуйня? О! Нет! Так же нельзя! Еще как можно! Лизни пистолет, лизни его, лизни его, лизни, лизни, лизни. Лизни, лизни. Эй, я понимаю твою боль. Ты куда? Эй, не бери скитлс. Тебе не помешает вкус радуги. Так, фантастика. Оу! Прикончи его. О-оу. Он прям затащит тебя на него. Это и я прочувствовал. Прилягу-ка я. Все с тобой будет хорошо, дружок. Не трогай меня пока. Это было ужасно. Минуту назад ты поливал меня за это говном. А теперь завис в позе эмбриона. Можешь и пальчик пососать, раз уж развалился. О, он сосет! Он тебя слушает. Кажется, он твоя сучка. Я твоя сучка, Маршан. Так, на Супербоуле в перерыве есть шоу. Я решил, что и нам оно не помешает. Разумеется, у нас нет Кэти Перри, но я считаю, что я не хуже. Ребята, это для вас. Два, три. Они встретились поиграть в Mortal Kombat. Встретились, чтобы сражаться. Маршан и его заклятый враг Гром. Но никто не хотел сдаваться, не хотел сдаваться. О-о-о, не хотел сдаваться. Теперь играть буду я. Ибо я настоящий мастер. Я Скорпион, а ты Саб-Зиро. И, Маршан, твоя помощь мне не помешает, а? У-у-у. Не поможешь? Маршан, помогай! Погодь, погодь. Ты жми. Это ничего не делает. Делает, делает. Ладно. Ты жми на кнопки, а я буду вертеть. Продолжай дергать, Маршан. Ага. Ты ляжешь, Гронк. Видишь? Да. Камбуху сделал. Да. Сладких снов, Гронк. Ну вот, ты победил. Я победил. Да. Я победил. Да. Это всего лишь первый раунд. О, пардон. Врежь ему крутецки. Крутецкий это как? Крутецкий это вот так. Не понимаю, о чем ты говоришь. Не парься, все хорошо, ты главное побеждай. Не парься, говорит, париться, я буду в бане. Стоп, кто кого? Какая мерзость. Это я сделал? Не, это я. Ты не против, если я порадуюсь, как при тачдауне, раз уж я победил? Да, делай, что хочешь. Типа как в американском футболе. Ребята, покажите, что надо делать. Я только что победил тебя и отрезал себе лицо. Первым делом тебе надо вот так схватиться за яйца. Так? Да-да, вот так. А еще надо прыгнуть и одну руку потянуть вверх. Вот так. Знаешь, я в курсе, что тебя штрафуют за такое, но тут можно. Здесь мне ничего не грозит. Более того, я тебе еще накину сверху $50, только покажи, как это делается. В общем, делать надо все в ритме. Ага. В три шага. Ага. Раз. Два. И на третий шаг вот здесь. Ага. Берешь. И тянешься рукой. И покачиваешься. Причем завалиться надо сильно. $50 заслужил. Вот, блин. Это мой уровень лиги. Не обязательно зарабатывать очки, чтобы хватать себя за яйца. Прошу прощения, молодой человек. Понимаете, о чем я? Садишься такой, ждешь свою очередь поиграть в видеоигру и хватаешь себя за яйца. Добрый день, приятно вас видеть. Здравствуйте. О, красивая обувь. А вы как? Не против, если я присяду тут и съем мороженое? Ты победил. И теперь мы хотим посмотреть, как ты радуешься тачдауну. Хорошо, сейчас покажу. Ага, давай. Я ловлю пас, ага. Закладываю через плечо. Ты до сих пор не в зоне. Я захожу и дразню всех сзади меня. До встречи, ребят! Пока, два дурака! Ну и подобные гадости, которые вы говорили в детстве. Потом перехожу через линию, вот здесь. Хорош. Потом я беру мяч, целую его. Убаюкиваю. Кладу в постель. Тихонько отхожу. И закрываю дверь.
Такого еще никто не видел. Это ласково. Я даже не обиделся. На чем ты сидишь? Ни на чем. Я на Липиторе. Это мой любимый наркотик. Липитор, закажи себе. Мне за это бабки перепадают. Я даже не знаю, что такое Липитор. Я тоже, но мне чертовски нравится. Тебе за Липитор бабки перепадают? Липитор! Закажи себе. Вы даже не знаете, что это? Гронк, ты не можешь закажи просто себе так получать деньги. Липитор. Поможет сердцу. Липитор, если стоит больше 4 часов, то звоните доктору. Нет, нет, Гронк, это не для этого. Ладно, подведем итоги. Если не путаю, Маршан одержал большинство побед сегодня. Но я родился и вырос в Бостоне, там живет моя семья, так что я назову это ничьей. Господа, можете разделить этот трофей. Это почти точная копия Кубка Супербоул, только в честь Mortal Kombat тут отрубленная голова. И вы можете разделить его. Он вам обоим. Я знаю, зачем ты нам его дал. Ща. Зачем? Да нахер! Как по-взрослому. С меня хватит. Очень по-взрослому. Невероятно. Забыли. Маршан, он твой. На русский язык перевел Максим Солодилов. Текст читали Глеб Мещеряков, Константин Тростенюк, Василий Гальперов. Специально для Stop Game.ru.